Всего в сменах, которые пройдут в рамках программы «Дети Анапы», примут участие 140 юных жителей муниципалитета в возрасте от 14 до 17 лет. Дозор – смена патриотической направленности, а одной из ключевых тем смены «Лидер» станет финансовая грамотность. В городском управлении по делам молодежи считают направление актуальным. Важно, чтобы уже сейчас школьники умели грамотно распоряжаться финансами, избегали ненужных трат, учились сберегать, но не попадались при этом в ловушку финансовых пирамид. Кроме того, понимали, как работают кредитные инструменты и осознавали ответственность, которая ложится на заемщика. Сейчас уже работаем над тем, чтобы включить в программу проведения экспертов федерального уровня. Сейчас этот вопрос прорабатывается с экономикой инвестиций, с департаментом краевым нашим. И надеюсь, что все-таки в итоге мы получим на выходе хороших экспертов, которые смогут в такой игровой, доступной форме нашим детям рассказать, что это важно. Владеть вот этими азами экономической грамотности, умение, допустим, распоряжаться своими деньгами. Поначалу это карманные деньги, потом это уже будут какие-то первые заработанные деньги.